Слава Україні! А ну скажи, давай, говори, поляница. Поляница. Так это клубника на русском. Поляница, а какая нахуй клубника? Кто тебе сказал, что видеосъемка запрещена? Чи я в себе дома, чи я не могу снимать? Мені, дивись, мені хочеться дерева поснімати, дивись. Till the last drop of blood. Нахуй нагена ларцену. Надо спорить, ребята. Надо помогать Украине. Вы только пиздите, понимаете? Хорош болтать. Ты, конечно, уже в подручниках, Путин. Молодец, ты. Слава Украине. Для того, чтобы быть окончательным Гитлером до конца, тебе надо зайти в этот свой, блядь, бункер и застрелиться, нахуй. Нова інформація для туристів, які застрягли в Єгипті у готелі. Будь ласка, перестаньте пиздити росіян. Б'ючи росіян, ви трощите меблі, які є власністю в готелі. Ясно, екіпаж на сі, да? Звичайно, давайте десь поліції, наступи не закачуємо. Русський корабль, іди нахуй, нахуй, нахуй! На, пішли, от вам наш маніфест! Хто ви? Ідіть ви нахер, я вас не знаю! Хто ви? Я хочу сказать российской армии, пиздуйте нахуй. Ну ты, в общем, как-то это вырезать. Не вдаемся в панику. Не падаем духом. Can you stand with us? Can you stay? Also? Смотри, видишь, записался в тероборону, ебашить буду русских. И верим в нашу победу. Слава!